Запеку-ка я огромный кусок свинячины. Вот с такими ингредиентами. Я ее уже нашпиговал чесноком внутри, с той стороны. Это корейка, тут килограмма 2. С крупной солью. Тут паприка копченая кладется прям толстым слоем. Обязательно жирным слоем, как можно больше. Кусочек в холодильнике всю ночь. И утром я его вытащил. Часов в 7 утра. А время уже 2:14. Сейчас будем запекать по термометру. Как только 77 градусов будет, значит будет готово. Положил мясо на картошечку. Картошечку намазал майонезиком. С термометром будет готовиться. Все, положил. Сейчас будет запекариться у нас. Примерно 1:15. Приблизительно, наверное, будет время составлять. Пока у нас там мясо запекается, сейчас будем есть окрошечку. Вот и окрошечка. Еще немножко, 55. Все, запеклось. Ай! Вот и запекся кусочек, только он в размере меньше стал. Ой, соки текут. Где-то 2 часа, наверное, пекарилось приблизительно вместе с картохой. Вот и готово наш кусочек с картохой. Будем закусывать ли чего. Ну-ка, налей-ка мне, дорогая, стопочку. Вот. Сейчас все это захомячим. Еще отрежу. Да, копчененько. Да тут паприка, она прям офигеть прелесть. Я в восторге. Она прям рассыпается. Офигенно вкусно получилось.